Но еще раз хочу напомнить, что для полноценной реализации эффектов денежно-кредитной политики, решений денежно-кредитной политики, трансмиссионного механизма, как мы говорим, требуется от 3 кварталов, ну, может быть, до 1,5 лет. И мы, кстати, ожидаем, что пик от повышения ключевой ставки, которые были в прошлом году, он придется на 2-й квартал этого года. Ключевые ставки, кстати, повлияли и на автокредиты. Среднерыночная ставка там выросла, но дело в том, что в автокредитовании особая ситуация, там происходит восстановление рынка после его просадки, и действительно в январе-феврале банки выдали автокредитов почти в 2 раза больше, чем за тот же период в прошлом году. Но здесь сказались и меры, возобновление мер господдержки, а также спрос на автомобили в кредит вот происходил, несмотря на рост ключевых ставок.